мистецтво створювати факти, жартома підпорядковувати собі події людей. Вигада – її мета. Інтрига – засіб. Перемогти її може тільки порядність. Добрый вечер, уважаемые телезрители, в эфире программа «В деталях», и с вами в студии Андрей Остров и Игорь Пох. Добрый вечер. Мы не могли пройти мимо событий, которые произошли во вторник в городском совете, а именно это избрание секретаря городского совета, а также замов мэра и нового исполкома, который будет действовать временно до утверждения структуры. Что же стоит за таким вдруг резким прорывом в назначениях? Было ли что это срежиссировано или это естественный процесс, мы сегодня постараемся выяснить. И выяснить мы постараемся у Федора Панченко. Здравствуйте, Федор, спасибо, что пришли. Мы надеемся на откровенный разговор, что же происходит за кулуарами. А для наших зрителей я хочу напомнить следующее. Во вторник городской совет утвердил в должности первого заместителя мэра Николаева Валентина Гайдаржи, а также вице-мэра Евгения Шевченко, Валентину Бондаренко, Юрия Степанца, управляющую делами исполкома Инну Бычковскую. И еще одним, ну, для меня достаточно неожиданным, собственно, событием, это было назначение вице-мэром депутата от АПО-блока Александр Мельчук. Давайте вот с этого пока и начнем, пока мы к исполкому не будем касаться, и все же. Федор, вы все-таки мэр, это тоже представитель самопомощи. Ваша фракция осталась практически не у дел. То есть, я так понимаю, по квотам прошли все, кроме вас. Как так получилось? Ну, смотрите, по поводу замов городского головы, то, что, собственно, произошло в сессионном зале городского совета в этот вторник, это подтверждение тех неоднократных заявлений, о которых я говорил, о том, что проблемы, которые постоянно подавались как проблемы или несостоятельность мэра ввиду того, что он не может выбрать себе заместителей, не может определиться с секретарем или еще что-то, на самом деле крылись в городском совете. Ну, то есть, по-простому, какая-то часть городского совета шантажировала мэра, можно сказать, тем, что не будут согласованы ни замы, ни исполком, ни секретарь, пока они, ну, не получат какие-то ответ на свои требования. Собственно, можно, как говорится, проследить логику в том, что вот те же заместители, которые были временно, я еще раз подтвержу, действительно временно до утверждения новой структуры, нового исполкома и, соответственно, новых замов, были утверждены голосованием, они постоянно не устраивали депутатов, например, оппозиционного блока. Говорилось о том, что они не могут работать и так далее. Но как только к ним присоединился депутат Мельчук, они стали устраивать их. Uh-huh. Вот. Поэтому, в принципе, да, можно сказать о том, что, ну, городской глава вынужден был не в своих интересах, а в интересах города, чтобы разблокировать некоторые процессы по городу, ну и в том числе налаживать и продолжать там реформировать работу городского исполнительной власти, пойти на какие-то уступки в этом случае для депутатов, вот, пойти на какие-то их условия и, ну, собственно, получить то, что получили. А получили на данный момент, ну, как бы уже неоспоримый там исполком, секретаря городского совета, заместителей и так далее. Ну и опять же получили намерение депутатов в дальнейшем продолжать эту работу, а не блокировать ее. Хорошо, у меня тогда еще есть два вопроса к вам, связанных с вышесказанным. Смотрите, как вы считаете, будет ли теперь ОПО-блок являться оппозицией, если в исполнительной власти их представитель? Ну, на самом деле, вот вы слышали неоднократно, ну, это подтверждают представители всех фракций, что есть намерение утвердить исполком с представителями от каждой фракции. Более того, я слышал, что там оппозиционный блок даже хочет как-то там большее свое присутствие пролоббировать. Вот. На данный момент также вот их представитель уже будет являться, ну, по сути,
представителем исполнительной власти, заместителем городского головы, ну и о какой оппозиционности может идти речь, когда их люди в исполкоме, их представители там среди заместителей городского головы. Ну, в этом случае, опять же, откинув какие-то там политические нюансы, я искренне буду надеяться на то, что люди, которые очень громко заявляли о своей такой дееспособности, что они бы вот действовали там лучше, быстрее и так далее, действительно покажут это. Они вольются, вот, как говорится, сами не начнут вторить тем чиновникам, которых они критиковали еще там неделю назад. Хорошо. И второй вопрос, который у меня, вот, как вы можете прокомментировать информацию в СМИ, что накануне сессии городского совета в здании в здании ОГА шли переговоры и договоры на тему назначения как раз секретаря? Угу. Ну, конкретно об этой встрече я вам рассказать ничего не могу, потому как и не присутствовал, и, собственно, и не приглашен туда был, и даже не знаю, действительно, была ли она или нет. Вот. Я точно так же читал там из СМИ некоторые, как я понимаю, уже на данный момент можно делать выводы, что догадки о каких-то конкретных планах там и договоренностях, ну, в частности, о том, что вот сегодня в областном совете там должны были произойти какие-то также по договоренностям процессы, которые, как я понял, насколько мне известно, там, перед эфиром я спрашивал, время... так и не произошли. Да, абсолютно верно, поэтому, перенесли заседание. Не знаю, я со своей стороны хочу сказать, что в подобных переговорах не участвую, ну и, собственно, наша фракция вот в таких договорниках не участвует. Окей, скажите, Федор, вот... Как вы можете обрисовать вот такую картинку? Я попытаюсь сейчас тоже со своей точки зрения обрисовать. Ну, а вы уже ответите, как посчитаете нужным. Ну, ни для кого не является секретом, что искусство договариваться, и вообще необходимость договариваться в политическом поле, да, неважно это где, в маленьком городке, либо в столице, она как бы необходима, ну, априори. Потому что если не договариваться, то любой, скажем, политик избранный, да, или прошедший в совет любого уровня, он становится, ну, как бы... Недееспособным. Не то, что недееспособным, он становится такой фигурой-одиночкой. Потом через какое-то время просто никто с ним не захочет иметь никаких дел. Так вот, по некоторым данным, которые давно ходят, ну, слухам, назовем это слухи, еще в период предвыборной кампании, в местные советы и, соответственно, городских голов, были некоторые договоренности где-то там в столице, в Киеве, о том, что Александру Федоровичу Сенкевичу дадут возможность стать городским головой взамен на то, что через небольшой период времени, произойдет некий реванш бывших регионалов, ныне УПА-блока. Что мы, собственно, начинаем видеть вот сейчас. То есть я не берусь судить, правда эти слухи, неправда эти слухи, были ли когда-то такие договоренности или нет, но мы видим сейчас вот эти договоренности, о которых Андрей говорил, то, что происходило якобы в здании областного совета, вернее областной администрации, о том, что там договаривались по поводу секретаря горсовета взамен на... То есть секретарь горсовета БПП взамен на вице-мэра от оппозиционного блока. И смотрите, что получается. Секретарь горсовета, ничего не хочу сказать по поводу личности данного человека, да, ни хорошего, ни плохого, просто человек достаточно нейтральный для политического поля николаевского. Но в то же время вице-мэр достаточно человек яркий. Да, и он ведь не просто вице-мэр, заместитель мэра. У него есть уже, ему определена определенная, вернее, указано определенное направление деятельности, энергоэффективность. Связанное это направление с программой «Теплый дом», с которой шел на выборы оппозиционный блок. Вот, пожалуйста, ваш комментарий. Ну, значит, по первой части вопроса относительно договоренностей перед выборами и так далее. Ну, я как человек, который участвовал в формировании самопомощи и участвовал там и в кампании Сенкевича с самого-самого начала, ну и так
как бы ни для кого не секрет, что мы близкие соратники, я хочу сказать, что никаких вот подобных договоренностях не могло быть и речи. Мы однозначно шли к единой цели, это победа Александра Федоровича на выборах, вот, чего мы и добились. Тот расклад, который получился в городском совете, однозначно показывал, что огромная стоит, ну, сила в городском совете за оппозиционным блоком. И что им, собственно, и позволило блокировать определенные процессы не только в сессионном зале, но и через сессионный зал определенное влияние иметь на исполнительную власть в городе. Чем они активно пользовались, я как бы признаю, что достаточно успешно. Собственно, для того, чтобы не держать в заложниках весь город и его население, вот этого противостояния оппозиционный блок Сенкевич, вот, и... как Александр Федорович, так и пошел на вот эти условия. По поводу секретаря, нейтральности и так далее. Значит, действительно, Татьяна Казакова нейтральная фигура, и я считаю, что это именно то, что нужно было городскому совету в этой ситуации. На данный момент очень поляризирован и городской совет, ну и общество, в принципе, и достаточно много таких... персон в городском совете, которые неприемлемы там или для одной, или для другой стороны. И для нас, как для фракции, мы понимаем, что в принципе, ну, так как нашу фракцию там, от нашей политической силы мы имеем представительство в виде мэра, то мы понимаем, что для баланса, и это нормально, то есть это секретарь должен был быть от другой политической силы. Да, мы не принимаем кандидатуры там, от бывших, ну хоть это и избито, но тем не менее бывшей партии регионов, оппозиционного блока, потому как это наше предвыборное обещание, это наша идеология, программа, и мы не намерены свои обещания забывать сразу после выборов. То есть мы придерживаемся даже где-то ценой того, что мы выглядим там, вот как вы говорили, несговорчивыми, а соответственно недееспособными, но мы намерены твердо придерживаться своей идеологии и своих принципов. А в каком смысле вы не принимаете представителя ОПОБЛОКа? Ну, ведь вице-мэр ОПОБЛОК? Или вы имели в виду секретаря? Ну, во-первых, мы бы однозначно не поддерживали секретаря от оппозиционного блока, не под таким давлением. Во-вторых, наша фракция голосовала против этой кандидатуры. Вот, значит, по мэру города ситуация слегка иная. Почему? Он находится в намного более ответственной позиции единого человека, который отвечает за всю жизнедеятельность города, за работу всего аппарата, чиновников и так далее. И я же еще раз повторюсь, с его стороны было бы действительно там безответственно держать в заложниках весь город, в заложниках своего противостояния. Что ж, продолжим тогда обсуждать политику. Вы говорите о консолидации определенной. В этом случае у нас получается в Горсовете нет оппозиции? Или вы готовы прийти в оппозицию? Понимаете, оппозиция, ну, как говорится, это так же, как и власть, достаточно размытое понятие. Ну, определено, что есть власть местная, есть власть государственная. Точно так же есть и оппозиция. Вот. На самом деле, ну, самопомощь в Верховной Раде не состоит в коалиции и по факту и официально находится в оппозиции к действующей власти. Вот. Ну, в городе Николаеве понятно, что мы не будем, как говорится, снимать с себя ответственности. И даже на самом деле, находясь в большинстве вопросов в сессионном зале на данный момент, там, в меньшинстве, вот, мы не снимаем с себя ответственность, не говорим о том, что мы оппозиция, и поэтому мы ни за что не отвечаем. И говорим о том, что все те какие-то недостатки, все провалы власти в городе, они относятся и к нам тоже. Мы за это отвечаем. Я лично каждый там провал городского совета, какие-то неудачи Александра Федоровича принимаю, как и свои, в том числе. Простите. Ну что ж, тогда мы как раз об этом и поговорим. Мы поговорим об исполкоме. Исполком — это все-таки орган, который принимает решения непосредственно касательно исполнительной власти и является, ну, вершиной, да, исполнительной власти, собственно говоря.
И вот, глядя на состав исполкома, да, мы видим о том, что, в принципе, Александр Федорович оказался только с одним своим соратником, это с Юрием Степанцом. Все остальные люди, прямо или косвенно, скажем так, завуалированы под определенные политические силы или под определенное лобби, да, включая первого заместителя Валентина Гайдаржи, который тоже входит в этот временный исполком. Не кажется ли вам, что сейчас создалась такая игровая ситуация, в которой Александр Федорович постепенно превращается в английскую королеву и только будет собирать шишки? Ну, отбрасывать какие-либо варианты никогда нельзя, но по ситуации на данный момент, я еще раз повторюсь, и ну, это подтвердят и другие мои коллеги из других фракций, о том, что у всех депутатов есть понимание о том, что исполком будет действовать, ну, я думаю, там месяц, может быть, там полтора. После этого он будет переформатирован. По поводу того состава, который есть на данный момент. Объясню, собственно, как все происходило и в чем логика происходящего. Там на данный момент в исполком входит Александр Федорович, понятно, его заместители, уполномоченный чиновник по делам опеки и Андриенко, по-моему. Абсолютно верно. Значит, вот у многих это, в общем, вопрос, интересно, да, у многих вопрос возникал по поводу того, каким же образом, ну и по какому принципу туда попал Андриенко. Ну, ни для кого не секрет, что это кандидатура от фракции «Нашего края», вот, что это их принципиальная позиция по поводу этого человека. И ввиду того, что озвучивалось уже неоднократно, что фракции в дальнейшем при формировании исполкома собираются делегировать по два человека в исполком, они говорили о том, что они будут 100% делегировать Андриенко, и нет смысла его исключать-включать через месяц. Вот это очень на этом очень сильно настаивали. Вот тут очень интересный момент, потому что в самом-то деле получается, что Андриенко обвиняют, и, собственно говоря, я так понимаю, в сессионном зале единственная кандидатура, которая не прошла, это был как раз Андриенко, когда индивидуально собирались голоса. И вот у меня тогда вопрос. Получается так, что партия «Наш край» лоббирует человека в исполком, который в 2013 году ходил с проектом о запрете, собственно говоря, выступлений Майдана. Это их выбор и их ответственность. Что ж, мы обязательно обратимся, и попробуем опять получить же, комментарии. Мы свою позицию по этой кандидатуре заявили. Заявили на сессии о том, что если он будет включен, то мы не будем поддерживать состав исполкома. Просили выделить отдельно, но фракции настояли другие на том, чтобы это было именно пакетное голосование. Поэтому мы не поддержали в общем. Ну, хорошо, давайте тогда так. Вот в результате всех этих политических игр, ну, сложилось то, что сложилось. Какие дивиденды вы получили от этих игр? Я имею в виду вы, как во фракции. Как фракция. Не лично вы. Вот. Ну, мы как фракция, которая в том числе, я же говорю, можно сказать, что делегировала мэра, наши основные дивиденды – это польза для города и для громады, которая ввиду этих процессов будет получена. После этого, ну вот после этих процессов депутаты по тем или иным причинам начали заявлять о том, что они готовы рассматривать, я же говорю, там обновленный состав исполкома, готовы утверждать обновленный состав заместителей городского главы. То, о чем раньше говорилось и упрекалось постоянно в том, что их просто нет идей, да я знаю, что и кандидатуры есть, и определенные мысли и идеи есть у Александра Федоровича по этому поводу, но ему постоянно просто давали понять из сессионного зала, что там они не будут утверждены и не будут проголосованы, пока не учтут мнение сессионного зала, к чему, собственно, и пришлось прийти. Далее, сейчас, опять же, депутаты активно вступили в фазу такой работы над структурой исполкома, над бюджетом следующего года. И я очень надеюсь, что в связи с тем, что городской глава пошел навстречу сессионному залу и действительно очень серьезно пошел, вот, то депутаты пойдут навстречу и городскому главе, и самое главное, жителям города, в том плане, чтобы без как бы политической составляющей принять
структуру, бюджет следующего года и дать исполнительной власти, ну и, соответственно, городу в целом функционировать нормально. Окей. Такой вопрос. Вы упомянули бюджет. В бюджет следующего года, насколько я понимаю, будет включена вот эта вот программа «Теплый дом», с которой... Да? По поводу программы «Теплый дом» я закончу мысль. Если она будет включена в бюджет, ваша фракция будет голосовать за эту программу, за этот бюджет? Смотрите, я вот, можно сказать, упустил часть вашего вопроса по поводу полномочий заместителя и реализации там программы «Теплый дом», пусть ее пока так называют. Вот, я вам скажу, что у заместителей нет ни одного заместителя, у которого было бы настолько узкая направленность всего одного направления работы. Я думаю, что не должно быть и не будет исключений и для заместителя от оппозиционного блока. И он обязан будет, как если он действительно не как политик туда пошел реализовывать пиар-программу, а работать на благо города, он будет заниматься еще огромным количеством других направлений работы, которые, возможно, и не связаны только с энергоэффективностью. Значит, по поводу того, что программы «Теплый дом» или энергоэффективности, сейчас только сумасшедший скажет о том, что нет, энергоэффективность нам не нужна и так далее. На самом деле и наши депутаты, и депутаты всех абсолютно фракций понимают и говорят о том, что нам нужно реализовывать в рамках города программы энергоэффективности. Превращать ее в пиар-программу одного из депутатов городского совета, само собой, мы не за это, мы против. Это должна быть городская программа, плод совместного сотрудничества всех депутатов, всех фракций и мэрии, исполнительной власти в том числе. Поэтому я думаю, что здравомыслящие все люди, и в горсовете в том числе, и никто не будет пытаться спекулировать на этом и присвоить себе заслуги всей городской громады. Вопрос очень интересный, но учитывая последнее, информационное поле, которое наполнялось как раз тем, что заслуги очень дружно лепили себе все, кому не лень, даже не имеющие отношения к делу, вызывает ряд сомнений такое утверждение о том, что не сделают это индивидуально. Даже Александр Амельчук, он, будучи заместителем городского головы, должен будет отказаться от депутатского мандата и уже, как говорится, не будет иметь права и морального, и юридического представлять результаты своей работы как результаты работы какой-то политической силы. Более того, я вам скажу так, что объективно, если он будет пытаться сделать это исключительно, как говорится, в единоличном порядке и там в порядке сотрудничества только с одной политической силой, ничего не получится. Какие-то действительно серьезные и масштабные изменения могут быть получены только общими усилиями, исключительно. Если это будет, я же говорю, очередной такой фарс-пиар, то просто ничего. Сами же инициаторы этой программы ее же и благополучно похоронят. И у меня еще, наверное, последний вопрос в нашей программе. В общем, мы неоднократно здесь, в этой студии, обсуждали наши борды. Да, то есть тема бордов, она избита. Я хочу напомнить одно событие, которое происходило на площади Победы, когда дружной колонной депутаты оппозиционного блока выстроились перед бордами защищать своего однопартийца. Не знаю, как вы считаете, что если этот исполком принимает такое решение, будет ли опять оппозиционный блок таким же образом защищать? Предсказать действия других людей я, к сожалению, не могу, но со своей стороны хочу сказать, что я считаю, что не имеет права чиновник показывать свои какие-то политические пристрастия, а тем более уже по старой дружбе кому-то давать преференции. Это просто, на самом деле противозаконно.
Ну что ж, будем надеяться, что все-таки те изменения, которые произошли, приведут к консолидации определенной и, возможно, к каким-то действительно более конструктивным работам, а не, собственно говоря, а то у нас как-то последнее заседание городского совета, такие люди смотрят как хорошее развлекательное шоу. И мы будем надеяться, что это будет все-таки больше конструктивная работа и не наполненная такими веселыми событиями. Наша программа, к сожалению, подошла к концу. Спасибо большое, Федор, за ваши откровенные вопросы. Для наших зрителей напоминаю, что мы встретимся с вами в следующую пятницу. Мы постараемся за эту неделю взять комментарии у представителей нашего края по поводу как раз вот событий, связанных с выдвижением Юрия Андриенко. И, собственно говоря, возможно, мы какую-то деталь, как мы любим называться, добавим к этим всем событиям. Спасибо, что были с нами. До следующей пятницы. До свидания. Спасибо вам.